Досмотрите это видео до конца. Это очень интересное и хорошее видео. Дио. Делайте это аккуратно. И не спеша, потому что у вас может получиться непонятное что-то. Если вам еще нужен клей, то можете, если у вас есть клей, то немножко окуните его в клей и намажьте. Если вы взяли слишком много клея, то если это первый раз, то ничего. Мы продолжаем делать. Делаем не спеша, не торопясь. И эти стразы будут сиять красиво. И вы можете это подарить любому. Или маме, и папе. Или своим. И это будет картина сиять красиво. Если она у вас получится прекрасно. Намазываем еще клея. Если у вас прилепился страз, то ничего. Можете его цепить. Эта работа, конечно, тяжелая, но... Продолжаем им делать. Намазываем еще, если не приклеивается. Если у вас разлетелись стразы, то вам придется их понимать. Ну, это вы думаете, это красиво. Но мы уже заканчиваем, потому что еще немножко, и нам уже у нас будет сияющая ракушка вот этим красным цветом. Все, мы вот эту полоску доделали. Теперь делаем вот этим красным цветом. Раскрашиваем. Шиваем. Если у вас ручка попала на клей, то можете еще немножко... Там, где попала ручка, можете уже бросить это место. А если уже тоненько, то аккуратненько раскрашивайте ручку. Если вы немножко сдвинули, то это ничего. А теперь конец раскрашиваем. Можете подправить. Вот. Но это у меня в первый раз, но это ничего. Если у вас отваливается страз, то надо еще клеем. Обмакиваем кисточку в клей. Ой, у меня упала кисточка, но ничего.
Вы можете ее достать быстренько, пока она уже сильно не вмазалась клеем, потому что вам надо немножко клея. И мы сделали вот эту. Но у меня немножко криво получилось, но я думаю, все нормально. Смотрите, как уже блестит красиво. Теперь мы другую полоску. Ну, мы сначала раскрасим, потому что, что мы тут уже сделали, надо раскрасить. Сейчас мы раскрасим и будем уже украшать. Я думаю, у вас получится классно. Потому что это лайфхак видео. Это первое видео. Где у нас еще есть какие-то видео. И их сначала посмотрите. А потом... Ну, я уже докрашиваю. Швую. Вот, теперь начинаем еще немножко тут. Ну, здесь уже мы не будем. Но мы теперь намазываем клеем вот эту линию. Ну, вы уже поняли, или что мы делаем, когда уже раскрашиваем. Теперь наносим стразы по линии. Ну, если у вас не очень красиво получилось, то это ничего, вы можете подровнять. Но если вы поспешили, то это уже не можно исправить. У меня иногда-то... Вот, у меня красиво получилось. Мне очень нравится. Это так нравится. Пицца. Вот. Так. Мы придавляем к пальцу страз, чтобы мы так сильно придавляем, чтобы он прицепился. Если у вас уже тут нет, то можно еще раз намазать. Потом окунуть кисточку в клей. И мы дальше и дальше обклеиваем нашу картину. Я думаю, что у вас, если кто-то смотрит это видео, ой, прилепился у меня страз, конечно же. Но я эту картину делаю в первый раз. Но если вы не видели вот этого, когда я уже начала это делать, то вы уже это не сможете увидеть, потому что это не снято. Но я сожалею, но... Я думаю, что я еще такую картину буду делать и снимем, когда я уже ее буду. Но, видите, у меня есть тут ракушка, которую я когда-то делала. И я по ней делала этот контур. Тур такой ракушки. Так, я взяла много клея, но вы можете это убрать. А тереть вот этим клеем. Так, намазываем
ручку, если она подкатался к вам и на рисунок, то можете ее убрать. Так, олепливаем страз. Она у вас тоже вышла. А, блин. Еще раз приклеился страз. Не сильно. Так, вот. Нормально приклеился. Теперь другой страз. Так, приклеиваем. Еще намазываем клея. Ну, мы еще таких видео снимем. И вы, наверное, посмотрите эти видео про эти лайфхаки. Потому что, наверное, их будет много. Так, если... Вот. Перевернутый страз. Если у вас нет перевернутых страз, то можете вот так сделать. И у вас будут перевернутые стразы. Если вам нравится это видео, смотрите. Это очень полезное видео. Еще таких будут полезных видео. Но если вы хотите осмотр комнаты, то вам будет осмотр комнаты. Блин, не приклеился к моему пальцу страз, но это ничего. Конечно же. Еще намазываем клея. Так. Блин. Если вы маленький, попросите маму там. Ну, если вы уже большие, то можете сами посмотреть это видео и сами сделать такой лайфхак. Ну, я думаю, уже вот здесь мы уже закончим. Еще окунем кисточку в клей, немножко замазываем. Так, я слишком много набрала клея, переборщила немножко. Но это ничего. Так, у нас есть вот. Так. Еще один стразик, блин, он перевернулся. Все, теперь раскрашиваем красным цветом. Так, если у вас такие ручки, вы можете черным, там, синим обвести этот контур. А если у вас нет ракушки, то вы уж... А если вы сами без ракушки умеете рисовать ракушку, то... Ну, если у вас есть ракушка, но если вы умеете, то можете без ракушки, как захотите. Все, еще немножко осталось. Вася, конечно же, тут. Все, теперь вот эту линию
Да, вот сюда, которое я уже переборщила. Да, слишком много было клея. Но вы не расстраивайтесь, потому что может это быть случайность или просто вы не досмотрели видео. Но я вам советую досмотреть это видео, оно очень интересное. Но посмотрите еще и подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик, он внизу. Если вы еще не нажали, то успейте за 3 минуты. Раз, два, три. Вы нажали? Молодцы. Но мы продолжаем нашу картину прекрасную, сияющую. Мне она очень нравится, а вам? Напишите в комментариях. Опс, приклеился страз. У меня это уже происходит, наверное, третий раз. Но я не расстраиваюсь. Если у вас не такая красивая, то вы можете переставать. Но если у вас кончилась бумага, то ее придется брать. Или покупать, если у вас вообще нет бумаги. То есть... Так. И завтра мы, наверное, снимем еще одно видео, если придумаю я. Ну, всем пока. Мы доделаем это завтра, но всем пока. Все.